Вот, обучение докторов, значит, не вмешиваемся в медицинскую часть. Мы с ними очень деликатны, мы с ними очень аккуратны, не дай бог. Если хороший доктор, как говорится, пусть он лечит, пусть он не продает, пусть он сидит. Он сам потом захочет, как показывает практика. Вот, мы их тоже собеседуем, смотрим вообще как что. Как они общаются, насколько у него развитая речь, опять же, где он, что он, развивается, не развивается. Вот с докторами у вас в системе, в сети, вернее, построено регулярный менеджмент по обратной связи с докторами как-то построен? Да, конечно. Каким образом? Тоже планерки? Нет, я имею в виду что по именно? Контролю качества. А, по качеству, у нас есть главный врач, это вот лучше с ним вопросы, я в это не лезу. Mm-hmm. Имеется в виду по стандарту взаимоотношений с клиентом, вот этот вопрос. Это вы занимаетесь? Это мы делаем, да. У нас есть, Анна вчера говорила, курс «Пациент на всю жизнь», он бомбический, он просто бомбический. И опять же, мы аккуратно, да, докторам его по уроку передаем, чтобы у них это все уложилось. Но это, знаете, мы сначала вот кубики им объясняем, вот эту коммуникацию с пациентом, с куратором, а потом уже курс. Особо активным, вот у меня есть один активный доктор, я говорю, ну давай понемножку будем это курс запускать, потому что он очень-очень классный. Вот. Обучение докторов мы начинаем через один месяц после начала работы клиники, чтобы они не притерлись, чтобы вы сами поняли, кто классный, а кто не очень, они там еще сами отваливаются на этом этапе. И мы обучаем, еще раз говорю, коммуникациям с пациентом. Постепенно, понемножку, по чуть-чуть. Кто хочет, тот идет. Кто проникается, они, как правило, и в демократ уже переходят, и спокойно начинают работать и становятся вообще бомбическими докторами. И финальная моя. Финальный мой слайд. Вернись тот слайд. А, да, сейчас, секунду. Да, пожалуйста. Что происходит обучение коммуникации? Что конкретно? Ага. Тут тоже, ну я не буду все это карты раскрывать, прям все, я так скажу. Значит, смотрите, как доктор выглядит, как он должен говорить, какие слова, какие вопросы, как, с какой стороны стоит, как он встречает пациента, как он с ним прощается, как вообще, как идет вот эта вся коммуникация прям пошагово. То есть, например, у нас в кубиках написано, что доктор встречает пациента, во-первых, стоя идет к нему навстречу, во-вторых, он его сначала... Сначала они усаживаются за стол, говорят по снимку, знакомятся, коммуницируют, и только потом в кресло. Вот вплоть до этого. Но это, естественно, мы все очень тактично делаем, аккуратно, чтобы доктору было. То есть вы как бы разводите, получается, все действия, например, полчаса без консультации, вы разминутно разъясняете, куда сесть. Нет, не, это все быстро идет. Там, здравствуйте, я ваш, меня там, например, зовут, там, не знаю, Иван Иванович, я ваш лечащий доктор, пожалуйста, присаживайтесь. Они же коммуницируют. Это же, знаете, не просто пришел там, иди сюда, давай я тебя посмотрю, пошли лечиться. Они же боятся стоматологов. Я видела взрослых мужчин, которые сидят на видео, у них пальцы белеют в кресле. А нам же это надо этот уровень стресса понизить. То есть вы фактически к проведению консультации, коммуникациям с пациентом, грамотным, результативным, чтобы пациент купил. Снимаете, что ли? Да. Слушайте, ребят, я вас очень прошу, посмотрите видео, поставьте лайк, комментарий напишите, поставь колокольчик, сделай репост этому видео. Мы так старались записывать все эти видео. Спасибо тебе большое и хорошего просмотра. Как, что надо говорить, какие слова нельзя говорить, какие говорить можно? Я говорю, вплоть до того, как он выглядит. Это все, как должно быть все у него на столе, в кабинете, что там, какие должны быть презентации на компьютере, что вообще должно быть и как. Не на телефоне вот так вот листать. А взаимодействие с ассистентом и роль ассистента вообще в процессе? Ну в это мы уже так настолько не лезем, это уже внутреннее. Ассистент как бы не охватывает. Но если я вижу по камерам, что у меня ассистент ходит как, простите, ассистент сначала начинает коммуникацию. Нет, у нас доктор. Ассистент. Ассистенты это. Да. Он, знаете, как такой серый кардинал, да? Такой пришел. Он вообще в уголке. Там нагрудничек повесил, снял, все тихо. Он видит, что доктор ведет консультацию, он спокойно вышел из кабинета, то есть он не мешает. Вот это показатель хорошего ассистента, который не лезет в консультацию, не гремит инструментами.
там не открывает воду, там не стоит в кабинете, да, там за спиной, над душой. То есть у нас ассистенты, вот хороший показатель ассистента, который понимает, что ага, сейчас будет первичная конфронтация, значит, я не должен греметь, значит, я не должен мыть, я должен спокойно пациенту, очень аккуратно, максимально аккуратно снять нагрудничек, все убрать, со стола убрать, уйти, не мешать, особенно когда уже заходит куратор, да, то есть не стоять, я всегда, когда вижу, например, на видео, ассистент стоит, я говорю, уберите ассистента. Да, ну, да. Сидит пациент, стоит врач, стоит куратор и еще ассистент четвертый, ну это уже too much, да. Поэтому я всегда говорю, уберите ассистента, у нас ассистенты, то есть они вот были, знаете, как тень от врача, то есть он тихо-тихо убрал, он видит, что я захожу, все, он собрался, вышел. Не шастать туда-сюда, не хлопать дверьми, не открывать кран, не мыть, потому что мыть они там начинают звенеть, все это у них падает, да, ну да, да, то есть иногда, например, ну я буду рассказывать чуть попозже вечером, что нам ассистенты даже помогали закрывать пациентов. Когда, например, я использовала технику дефицита, я говорила, что Марья Ивановна, смотрите, у нас с 15 числа идет повышение цен на имплантацию. Сейчас я вам могу посчитать, если мы с вами фиксируем договор, я вам зафиксирую импланты по старой цене. Ульяночка, скажи, пожалуйста, сколько у нас имплантов осталось на складе по старой цене? Ой, Оксана Валерьевна, там штук, наверное, 6, но 2 уже отложили. То есть она мне подыгрывала. Вот это уровень ассистента, который понимает, что сейчас происходит. Да? И один раз нам нового ассистента завели, я, Дашенька, скажи, пожалуйста, сколько имплантов? Так там дофига их лежит. Я говорю, так, девочки, обучись. Чтобы она такого не Даже выпала из нашей поля зрения, да. Да, поэтому показатель ассистента, что его... Не видно. Знаете, да. Твоя главная задача не мешать. Идеально, все, да. То есть, и мы в идеале подыгрываем. Но это уже уровень Бога. Ну, это да. Когда он уже втыкает, что здесь вообще происходит в кабинете. Да, извините, что включился. Да, он не заметил, он не видел, где-то там за стеночкой. Так, я вернула. Переписали этот слайд, могу двигаться дальше? Да. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее.